числе и отмечали по стране 13-летие группы. Дело в том, что в прошлом году нам исполнилось 13. И сегодняшний концерт можно смело назвать такой пост-13-летие. То есть мы вам привезли ту же самую праздничную программу, вот, хотя нам уже 14-й год пошел. И я вот рассказывал уже неоднократно, что весь прошлый год нас преследовали всяческие чудеса, причем достаточно нелепые, там от высадки с поезда, то там очень много чего было, потому что 13 это число такое, ну, не совсем обычное, и сегодня у нас концерт начался с того, что у бас-гитариста сгорел аппарат. То есть пора... Правильно говорят, что 13, пятница 13 это... Страшно, что суббота 14, это еще хуже. И следующая песня, которая сейчас прозвучит, мы написали ее очень давно, лет, наверное, 12 назад. И мы тогда вот в ней хотели рассказать о том, что происходит с музыкантами во время того, когда они путешествуют поездами. Эта песня называется «Поезд».
нами в поезде была.